Предположим, у вас небольшой бизнес. Вы прекрасно разбираетесь в своем деле и имеете постоянный доход. Но вы стали замечать, что продажи не растут, а количество клиентов постепенно уменьшается. Как найти новых клиентов и активно поддерживать контакт с существующими покупателями? Можно заинтересовать их ярким и выгодным предложением. Но сможете ли вы рассказать всем клиентам о предстоящей акции? Вы в силах оповестить огромную целевую аудиторию за минимальный промежуток времени? В поисках решения вы обращаетесь к интернету и находите идеальный выход – массовые имейл-рассылки. Но чем больше вы читаете про имейл-маркетинг, тем чаще вам встречаются такие слова, как CSS, HTML и SMTP. И вы понимаете, что делать рассылки не так уж просто. Если вы будете заниматься техническими вопросами, придется отложить отправку вашей первой рассылки. А именно на этом вам и нужно сосредоточиться. Хочется, чтобы имейл-маркетинг был простым и доступным? Он может быть таким.